то, что этот мир, он настолько богатый, что никуда-то ехать не надо особо. Можно и здесь, понимаете, найти целый, в каждом листочке огромный мир, которого тебе хватит на всю жизнь. И это проблема не места, а проблема человека. Если ты достаточно, ну как, богатый внутренне, то тебе не будет скучно. Этносис, толеранс, толеранция, Латвия, Латвия, Латвия. У меня так капли текли. Мне тоже нравится такая. Да, но мост лучше. Мост шедевр. Он дом мой. Писал? Я точно написал себе, я показывал сегодня. Латышский пейзаж. Это мой любимый. Какая-то тетя пришла. И недовольно долго орала, что вы так оскорбляете Латвию, показываете в таком ее неприглядном свете. И это самое, вообще враг народа номер один. У меня по-разному очень бывает. Форму увидишь, свет, предмет иногда. Вот натюрморт рождает, идешь по базару, вдруг увидел там баклажан какой-то. И вот увидел в какой-то, как он лежит, на фон, там форма его. И все. Ты не то, что сразу побежал и писать, но этот баклажан у тебя где-то отложился в голове. И потом, когда ты решаешь что-то, причем это не обязательно ты можешь натюрморт решать, а что-то другое, но вот эта форма или цвет, там контраст, композиция какая-то, и вдруг у тебя приходит, и ты видишь, что эта форма поможет тебе выразить твою мысль, какую-то идею, и она всплывает. То есть эти постоянно, у художника постоянно идут вот эти, он смотрит на природу там или там журнал, телевизор смотрит. И постоянно вот эти, это чисто профессиональные, вот эти вот где-то закладочки закладываются каждый раз. Netālu no Ainažiem, Latvijas Ziemeļvidzemē, dzīvo gleznotājs Andrejs Severetņikovs. Saviem draugiem viņš saka, ja man jau tagad maksātu pensiju, es parakstītos uz visiem iespējamiem dokumentiem, ka no šejienes nekad neaizbraukšu. Я выйду утром, прогуляюсь, там посмотрю, как это все у меня тут вокруг распускается. Каждый день меняется, что-то появляется, что-то умирает. И ты чувствуешь себя частью этого всего и можешь посмотреть на все, что тебя окружает, новым чистым взглядом. Сам творческий процесс – это такая какая-то мистика. Я вот, ну вот, друзья знают, я достаточно технарь такой, мне надо изучить все, у меня ум такой научного склада, я все, технология живописи, там, наука о цвете, там, перспектива, композиция. Я люблю это изучать, заниматься этим. Но, понимаете, можно изучать все и быть плохим художником. Потому что, когда я вот смотрю, я вроде все знаю. Ну, уже столько, мне кажется, я знаю о живописи там. А пишешь, и хоп, и не удалась картина. И откуда это? А другую написал, и смотришь на нее, и думаешь, а как? Откуда эта сила в тебе, что ты вот так смог? Не верится, что ты это сделал, понимаете?
Смотришь вот некоторые, любуешься картинами и думаешь, боже мой, как я смог это сделать? Надо изучать, чтобы это было как основа, вся эта технология, наука там о живописи. А когда ты пишешь, ты о ней уже не думаешь. Ты думаешь о том, что тебя вдохновило, и хочешь это как-то показать другим людям, и все. Художник – это как проводник, понимаешь? Он проводник, он какая-то сила, у него есть вот какой-то потенциал, кем заложенный, непонятно. Сила какая-то тоже не очень понятна. И он дает людям почувствовать, осознать себя. Люди через искусство познают себя. Кому-то надо вот нестись куда-то там за 3-9 земель, чтобы возбудиться, чтобы почувствовать, что он живой. Кто-то там резинку к себе, к ноге привязывает и с моста прыгает, чтобы почувствовать, что он живой, что мир есть, что он существует. Понимаете? То есть, если ты сам в себе мир, то тебе раздражителем может быть очень маленький предмет, понимаете, это может быть травинка, там, букашка, паутина, которая там, светочки, все они, солнце сверкает, это от человека зависит, это его внутренний мир. Здесь рай на земле, здесь рай, и по моему теперешнему состоянию я бы, наверное, и в городе уже имел этот свой мир. Когда не надо никуда бежать, когда тебе интересно там, где ты есть, понимаете? И если ты там есть, то тебе там интересно. Толеранция, 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 толеранция. Латвия, 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 Латвия.